Фух, понесли кошечку. Сейчас заезжение быстренько чпокнем. Че, как дела? Снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Все, Евгений. Бензобак справа. Я бы тебя взял бы с собой, но ты же местный. Сейчас 6 пушек как дадим. Так, пошла руда. Капюшоном сколько разбавляешь? Я не понимаю. Все он поймает. Speak English? Нет. Что холодно себе? Камера? Камера, да. Опаздываем, девушки. До свидания. Потрогайте. Нажмите там кнопочку, пожалуйста, на этой. Вообще ноль эмоций. Загадка. Ребята, что бы это значило? Так, минус 30 на улице. Все замерзло к херам. Едем отогревать Toyota Ceres в тянике. Поехали, Мира 28. Ты что такая тихая сегодня? Стекло кое-как отодрал. На улице так нормально сегодня, подморозило. Как Маринка завелась, если она на автозапуск приставил. Все непонятно. Заезжаем в тянике. Слева автодорожный институт. Где Женя учился. Кстати, сзади едет. Со мной в паре. Будем на двоих дрючить Toyota. Одному скучно не показалось, короче. Так, куда-то сюда. Что это везут на эвакуаторе? А, дизельный Sorento. Олегкий солярный. Центр он тут построили торговый. Вот политех, где я учился на ЛТ. Направо нам. Ну тут ребята, а-ля 70-е. Коммунисты везде. Елочки милиция вяжет. А, о, вижу, вот, да? Да, вижу, все. Голубая такая, ну. Вот он хозяин пришел, вот дергает. А костомой, да, здорово, с праздником. Аккумулятор, мультик. Нет. Крона какая-то. Крона, большая батарейка, крона. Вот. Мотор 3 SFE, да? 4. 4. Я разбираю в моторах Toyota. Мы тут бодренько, но 3 часа поставили. Казахи телефон дали? Казахи. Нет, телефон. Этот, Данил. Извиняюсь, что долго ехал. Сейчас. Ничего страшного. Здорово. Любимая машина твоя, любимая Дежиня. Сейчас заезжение быстренько чпокнем. Тропи распаковывай. Пошел выяснять. Вот синие лежат. Ты что, как не родной? Слишком ушатанные? Слишком большие. Слишком большие. Хоп, понесли кошечку. Опа. Опа. Ясики желтые, которые длинные. Форсуночки отстегнем. Сейчас вам дядя Женя покажет мастер-класс. Палку только поставит мою. Как ты так ездишь, чтобы тебе конем? А на днем это плюс работает. Хочу просверлить здесь пока. Все, никак руки не дойдут. Они причем в минус 5 работают. Надо попробовать сам шток засверлить. Так вот, видно. Тоненькую что-нибудь вставлять, чтобы не портить стакан стойки. Сказали, что там давление 200 атмосфер, дядя Женя. Вот у этих стойках. Что-то я не верю, но сказали так. Посмотрим, запустится или нет. Стояло на минус 30 всю ночь. Отогрею, заведу. Если вам надо срочно продать автомобиль исправный, неисправный, мы можем сделать это за 1-2 часа. Причем вам не нужно будет заморачиваться с оформлением документов. Мы все сделаем за вас сами. Деньги выплачиваем сразу, на месте. Вы можете продать нам неисправный автомобиль, исправный, в любом состоянии, кредитный, залоговый. Выкупаем все машины от 12-ки до Lexus. Обращайтесь, телефоны на экране. Попутно, естественно, проводим оценку технического состояния автомобиля. Например, машины после аварии. Многие не могут их отремонтировать или нет средств на это. Мы выкупим у вас такой автомобиль. Запустилось. Хорошо. Стартер срывается, падла. Форсунки отключены, видите, провода болтаются. И она начала, да, схватывать. Красный плюс? Красный плюс. Как говорит этот Леша Лысый. Когда было по-другому-то? Тут еще лево, так и есть. На этом аккумуляторе, это аккумулятор другой.
Я вынес. Саморез хотел бы подвернуть. Жесткая клемма. Отскочит куда-нибудь. Капот. Красный плюс. Плюс, видите, как крупно нарисован. Плюс. Жития. Люди ходят. Пока не подсоединяем. Не подзаряжаем. Чтобы не посадить свой. Как-то умники мне наговорили. Что ты в процессе не заряжаешь аккумулятор клиента, пока греешь? Да потому что потом без своего останешься. По проводам идет достаточный ток. Кинул, поехали. Ветра нет, даже стор не ставим. Я вот голландцы, брутишки начал. Играли, учиться. Голланд GDI, минус 56 на севере, за Заполярье, без проблем. Голланд? Завелся? Завелся. А там GDI мотор, да? GDI, нифига себе. А что за масло было, не помнишь? Я лью в основном ликвимоле, синтетика 5.40. Красавчик. То же самое. 5.40, ну? Оно. Сейчас все за ним кинутся, они тут-то было, оно дорогое, сука, капец. А тебе поплату, да? Брали, как бы она была полумертвая, под восстановление. Но ты сегодня ночью хотел в 6 утра, говоришь, завести, да, и вышел, все, и уже в 6 замерзло, да? Да, 3 часа приехали. А здесь какое масло? А здесь Тениос 5.30. Крутить будем снова? Подожди, хотя бы минус. Машина, говорит, северянка, стоит вторая помпа. Вот она, вторая помпа, включается тумблером из салона. И все, и жара, да? Да. Давай крутанем. Ну, чтобы наверняка. Разочек покрутите, секунд 7, 8, 9. По-моему, просто надо отпекать движение. Все. И поехали. Сейчас еще маленько подогреем. Без выкрутки свечей. Чисто форсуночки пожертнем. Это через часа два вышел. Пару раз включаю. Сейчас заводим, она заводится. Сколько там бензина? Бензина там столько, что она заводится без форсунок, работает. Форсунки отключены. Я Женя брал из салона новую вот эту вот Kia. Проехал 200 тысяч. И откапиталил мотор. Вот недавно. Что-то около сотки у него шло. Или полторы. Просто 175 проехал. Просто по городу аккуратненько. Маслица, там все дела. И все. А что случилось? Приехал. Ну, кольца, да, то есть, вернее, эти. Кольца, поршня, обстоит. А блок? Притовые расточили. Ну, ремонтный размер, да? Загенцевали, врезали дополнительные масла. Может, из-за катализатора, что это там рассыпало? Катализатор, он там залег, по большому счету, на всякий случай, выиграл. Ну, выгасили, поставили. Ну, короче, да. За чего сказали? Причина-то какая? Ну, цепь растянулась. Кольца, ну, соответственно, поршня... Ну, понятно. С тем, как цилиндр плохо задерживает. Короче, металл цепи плохой был. И колец. Там на европейский, на американский рынок эти моторы шли уже с дополнительными маслами форсунками людей. А у тебя нет? У нас на этом моторе не было. Там места были, их просто понятно. Порезали и ставили. Понятно. Сейчас ставили уже. Крутите секунд, сейчас, 15, сейчас. Пока не заведется, короче, не отпускай. Подожди, подожди. Поехали, теплый. Стартер вот это. Газу. А, найди газу, работает. Все. Завели красиво. Давай, дядя Женя, проверь еще форсунки, я тебя засниму. Так же, как стоял. Ну, ногу перекинь на пушку. Ногу сюда перекинь, как стоял. О! Огонь. Оп. Т4. Красиво работают. Сейчас сечет, видел, здесь глушитель. Да. Прямо на радиатор сечет. Из-под прокладки, по-моему. Да. Да. Торить в машине сколько лет, по-любому туда никто не лазил.
Гера, ты газуешь? Дядя Леша. Живая Трахова. Живая Трахова, говорит. Все. Давай, сейчас я. С наступающим праздником. Взаимно. Вас тоже спасибо. С праздником, дядя. Все, счастливо. Пухтит потихонечку. Дырка. Вот какие японцы были, обтекаемые ребята раньше. У нее коэффициент лобового сопротивления, наверное, минус 3. Успеваем, успеваем. Успеваем. Где-то Маринка бегает. Сейчас мне бутерброд заберем из KFC. Поедем отогревать фуру. Так, вот он, Макдональдс KFC. Ручку, пожалуйста. Дата рождения ваша? 3 января. Хорошо, проходите. Привет. Я все время добрый, да. Почему у тебя на номер меньше? Ладно, Александр. Какой тебе? Острый? Ну, это маленький, наверное. Пасхи. Делюкс, вот, наверное. Острый. Все. И что еще? Кока-колу, да? Кока-колу, да. Чай, кофе. О, мой готов. Да. Давай, добивай. Отдала бы тебе свой, да и все. Довольно, сейчас повезет. Сейчас, блядь, маски вот. Да, пока. Везде аккуратнее. Тут все дома, больше никуда не поедешь. Иди уже, наверное, готово, у тебя маленький. О, шипы ремонтные. Как работают. Сейчас прямо валим быстренько на тяжелую готовку. Проезжаем мост на левый берег. Слева телецентр. Телевышка в Бишкеке. Да-да. У нас очень похоже, где выходим на красный путь. Меня там уже греет. Как всегда. Еще кабина должна быть один, говорит, дохера делов. И большой красивый парк проезжаем на Старозагородной роще. Самая любимая машина. Мечеть Toyota Camry. Наклейка GR Sport. Чем у меня так, блин, провалы такие на холостых иногда. Ту! Давайте. Приезжаем в библиотеку Пушкина. Приезжаем к кинотеатру Маяковского. Тут у нас как бы центр города. В центре церковь торчит. Так, а тут что-то перекрыли все. Митинг какой-то. Не слабо. Что там митингует? Или какое-то мероприятие? Я даже не слышал. Пробка огромная из-за этого мероприятия, чтобы оно усралось. Слева вот такое вот старинное здание. Церковь красивая. У нас базара нет. Для тех, кто не амично, иностранно звучит, да? Омка. Вот она. Это речка коричневая. Но она так-то нормальная. Ни ручей, ни хера. Даже эти ракеты ездят, дачников водят. Попьем коктейльчику пока. Подъехали к мосту, но нам не на мост, а направо. Пойдем вот так вот в обгиб и по Иртышу, по берегу. Подписчики. Они поехали. И я поехал. Я один раз так поехал. Этот ряд поехал, я с ним вместе поехал. И вперед в машину. А этот ряд стоит. И приехал. Нам сюда вот. В эту дырку. Заезжаем под мост. Такой он весь в 3D-свете. Выезжаем на набережную и рулим по ней. Иртыш замерз, смотрите, какими камнями. Ноги все сломать там. Проезжаем магазин «Океан» с капитаном. Дома здесь старенькие такие, годов 70-х, 80-х, наверное, еще. Ничего себе, мойка работает. Минус 27. О, сеточку курят. Хорошо, Lexus пошел. Я в холода не буду гонять. Дима сказал, не наваливай холод. Хоть и откатит соленоид трехпортовый, но все равно. Так, приехали. Чурлакская оптовка. Здесь фрукты продаются в Средней Азии. Где-то здесь. Да, и ремонтируют. Помидоры замерзшие лежат. Минус 30 на них. Как вам помидорчики?
Ледяные, сука. Не надо. Их даже если, наверное, разморозить дома, то они кашей будут. Чисто. А куда-то сюда 15 рублей заплатить. Так, открыли шлагбаум, 15 рублей въезд. Ищем дядю Женю. Где он? Здесь везде фуры, в принципе. Она где-то там все-таки. По чуйке поедем. Включаем шестое чувство. Минарет даже есть. Так. Что-то пока не работает, шестое чувство. Кружим. Миш, курма. Короче, чуйка меня подвела. О, блядь, они где работают? Нету, не нашел. О, нашел, вот они стоят. Взяем третий. Женя, двумя пушками будет. Я туда ехал, работай, давай. Пушка вырубилась. Че, как дела? Снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Все, Евгений. Леха приехал. Все, давай, короче, звони так... с ним. Сейчас будет заводить уже, он уже прогрел. Так что мою пушку мы не успели воткнуть. У него и так две своих. Или вообще лучше, короче, Так, Женька цепляется. Аврора опять. 24 вольта. Пушки надымило маленько. Чисто на соляре, бензина не заливал. Сюда можно было пушку вот перенести минут за 5 до пуска. Погреть. Бензобак справа. Это пустой бак. Пробуй. Да. Давай еще. Пошел, хорошо. Хорошо, пошел. Как-то плохо работает. Ну ладно, не садись. Да, смотри. Там может заглохнуть. Может заглохнуть, запуск. Я куда-то полез. Колосы кусок, представляешь? На морозе? Ну, фига. Заморался, весь бок здесь замарал, там машина не залазит пока. Короче, Аврора 3000, завод 24, Женька, двумя пушками греет. Телефон под видео. Кому надо, обращать, он у нас по фурам специализируется. Весь укрывной материал у него есть. То есть закутывает ее полностью. Ток дает, две пушки подключает. Короче, красавец. Ну, в плане отогрева, естественно. Как он страшненький, конечно. Я говорю, красавец, в плане отогрева. Поедем заправляться. А ты бензин не льешь в них, да? Первый раз такой, ты понимаешь? Ну так сегодня холодно, ночью было. Было, когда вот 35, да, и на улице оставишь машину. У меня и только с литром бензина стартануло. Да? Да. И... страшно за форсунки. Ничего и не будет. Форсунку. Мы же все льем, ничего и не будет. Я как ты тоже лил там где-то, антигель лил, керосина добавлял, мешал, писал. Ты в одну залей, а вторую нет. На всякий случай, у тебя одна-то была точно. Вот я говорю, что твой Газпром был, он не замерз. А этот титан вчера заправился, и здесь кисел. Я даже сам себя подогревал сегодня, на всякий случай. Чувствую, нестабильно работает. У тебя тоже ночью в машине, да, лежат? Ну, конечно. Не, есть отогревальщики, пушки домой заносят. Раньше, нет, бокс свой был там. Я загонял в тепло, сейчас переехал на новое место. Там не вариант далеко оставлять машину, шлепать собрать. Не дает помогать. Я отхватался, он выгоняет меня. Да, в прошлый раз то получилось вообще не по плану все. Я сейчас думал, будешь помогать либо это с солярой отливать у тебя. Пацаны пишут, типа, соляры возьми у этого. И упал, я ему сам погрел, у него такая. Телефон Женьки. И наша группа отогрева. Реально отморозки. Записывайте, пока мы живы. Там.
Делин. Голландия. Что-то не получается. Ну, у тебя сколько времени? Ну и хватит, и у меня 3. 5. Сейчас на еще фуру поедем. На весовой там фура, оказывается, а не легковая. О, кочегарка какая-то дымит. Черным. Уголь, наверное, топят. Ладно, Скания за полтора часа завелась. Так, а сейчас будет вторая фура. На весовой. Там где мы по полям гоняли. Там до хера надо проехать. Уезжаем отсюда. Открывает ра-та-та. Ходим все направо на Челябинск. Люблю ездить за городом, вообще мне нравится. Прямо душа радуется, когда за городом едешь. Заезжаем в танковый полигон. Танки стоят 50. И едем Челябинская трасса, на Тюменскую трассу. Километров 30 там ехать. Поднялись на мост, на самый южный. Поезжаем, Иртыш. Женька рулит за мной. Так, сейчас заедем за солярочкой для кошки. Фиг достанешь еще. Добра накоплено. Женька рисковый, без фильтра льет. В общем, работа отогревальщик, ребята, от первого лица. Тяжелая. Килограмм 500 пушка. Все, погнали. Это у него Nissan этот, он здоровый, блин. А у него внутри как в гробу. Что это за гроб такой? Приезжаем в мясокомбинат. Вот он вот такой у нас, разрушенный. Огромную котельную проезжаем. И уезжаем за город. И как трубы интересно. Приехали на весовую. Наверное, вот здесь. Пацаны уже греют. И у нас масс-прогрев. Поэтому 4 экипажа. Я Лёхину шапку убираю, туши открытые постоянно, тебе ничего не дует. Да не, я привык. Нормально. Сейчас 6 пушек, как дадим, все отогреется. Что, запускаем? Тогда зад закрываем. Ты посмотри, куда мы там направились, Сань. Номер положи. Я такого еще не видел, сука. Нормально, это твоей же номер. Ты откручиваешь, ставишь, да? Нет, старый, там публикатный. Откручиваешь, ставишь. Красавцы, что. Так, пошла руда. Слышь, Димон, может, ты не слышишь, я тут реально греть? Нет, за него нет. Ты ее, блядь, на последний пока греть. Сейчас мы ее быстро дернем. Пятером. Замерзло, пока ехали. Кондиционером сколько разбавляешь? Как? Литр на 9. Что-то понты какие-то были. Капот открыт, да? Наступайся. Все он понимает. Speak English? Нет. Не понимает, говорит.
Нет. Тюрк. Но нет знает слово, да, нет и да. Женя говорит, у меня ган, тюрк. Застрелит, говорит. Что холодно в Сибири? Камера? Камера, да. А, Ютуб. Ага. Все. Расслабишься. Ютуб тебе? +300 390 плюс набрал, да ё-моё. У тебя язык какой-то странный здесь. Два языка, а турецкий же. Турецкий, да? Во. Турецкий знаешь? Да? Турецкий, знаешь? Абон и ёл, выкинь. Надо просто скачать, переводчик турецкий. Точно. По-турецки Абон и Эл написано. Да. Похож? Да, говорит. Вот собак пришел. Здорово. Здорово, хороший, здорово. Бак греем, да? Не, я пододвинул, нафиг бак. Ты как раз на бак поставил. Чуть-чуть маленько. Где ты пол материал вообще? Я смотрю, все больше и больше дырок, даже. Ну, так вот тогда весь обозли, когда по Красноярье грели. А не горючего нет такого? Вот так горит. Вот так будет более-менее смертный, а это где-то. Она как палатки, как вот. Палатка. Ну, знаешь, раньше шили чеку для ракет. Ее надо выполнять как-то, а десятки вот от той, ничего не горело. А двадцатки, говорит, все. Это потому что маленький, потому что тон для гофра. Да ну и это теплоотдача больше, 270 что ли или 300. Вот тут внутри контур тонкий идет, в нем вентилятор и пламя горит. А снаружи обдуло контур. И снаружи идет холодный воздух. Она здесь холоднее гораздо. Она вот, я руку держу, смотри, спокойно. А на то я не поддержу. Да, да. Мы ему говорим, а он по-турецки переводит на поезд. Да. Технология рулит. Тюбель сказать, мне машина замерзла. Сейчас машину отогреем, нормально будет. Иншалла, иншалла. Вот так, да? Как с другой планетой общаемся, блин, вообще. Че, холодно тебе, да? Холодно тебе, да, холодно. Ух ты, таракан. Нет у меня еды, нету. Я бы тебя взял бы с собой, но ты же местный. Ты здесь живешь. Да, я картинку иду снимать, он за мной идет. Сегодня вообще 4 машины, 6 пушек дуем. Скёрдом Logistic, фура турецкая. Пытаемся перевести, но что-то пока нет. Интернета нет, наверное. Интернет доступ, да. Сколько времени стоите? Да, интернет плохой, аж плюс. Сейчас связь появится. Так вот. Продал. Который мы на охоту забрали, да? Ой, какие трактора прут. Так, ладно, короче, греем. А мне надо ехать сейчас следующий заказ. Девушка, Honda Fit, недалеко от дома. Это та, которая вчера подходил, которая... Мужик прикуривал, и нифига не завели ее. Сейчас будем свечки крутить. Солнце уже садится. Нет, Саня, на кубе. Все, с фурой закончили. Едем теперь. Девушки, торопимся. Ису, красота. Офигенно. Приезжаем в город снова. Это что такое? Это Китай какая-то. Или Nissan? Nissan Cedric. Не узнал. Где-то херота. Куда они впендюрили камеру эту сраную? Давайте, блин.
Тойота. Еще Тойота. Говно. Еще Тойота. Сука. Не едут ни хера. Дождались красного света. Такси работа, в общем, неплохая. Капусту можно здесь нехило ее рубить. Он, дядя Женя такую песню поет себе. Неужели мы поедем сейчас? Свершилось чудо, все двинулись. Так, сейчас надо мимо всех вот этих вот проскочить, идти направо, и мы приехали. Все, подъезжаем. Давай, давай, Honda, давай, 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 проскакиваем. Так, вот он, маленький замерзший фитик. Оп, достаем пушечку. Оба. Вот так. Достаем гофрочку. Включаем 480 вольт. На 220 она не запустится, потому что, сука. Да, у меня пушка, ребята, сука. Выкаблучивается в последнее время часто. Нехорошая пушка. Точнее, хорошая, но в душе нехорошая. Врубаемся. Опа. Пошла. Пошла, я сказал. Молодец. Что там у нас? Защиты нету, хорошо. Чекаем. Тут убираем, чтобы не касалось пластика обязательно, чтобы ничего не попортило. И дуем прямо на картеру двигателя. В принципе, ветра нет, штору не буду ставить. Так, вот так вот, сюда девушку поставим, врежем кадр. Вот так вот, сюда вот. Там просили люди показать, что у меня за провода. Уже показывал неоднократно. Крокодилы сдвоенные, видите, провод идет вокруг пружины. Пропаян здесь, с этой стороны. Очень тугие крокодилы, руки аж дрожат. И сам провод обрезиненный, хорошей народной резиной. 8, по-моему, диаметр. Круговом. Меди. Ну и длина проводов 4 метра. Хватает провода, в принципе, и для фуры. Если там не 16 аккумуляторов. Не. О, появились два пятнышка. Сейчас придет девушка. Валерия, по-моему, зовут. Забыл. А здесь вот эту вчера они тачку заводили, так и не смогли завести, тоже рядом. Что это такое-то вообще? Лёс самый лысый, который только можно было поставить. Nissan Pulsar, наверное. Второй рестайлинг. Или Bluebird старый какой-то. Хрен знает. Не написано. Но как на нем в лес ездить, я вообще не понимаю. Даже Honda Hit его выше, блин. В два раза выше. По бамперам, смотрите, RAV4 свес бампера. Дальше Honda Маринкина. Насколько проигрывает. Потом Ford идет. Потом Honda Hit самым коротким бампером. Вот почему он по лесу хорошо ездит. И сравните вот это вот чудо. В два раза ниже. Ну, конечно, я похвастаюсь. Срез бампера на Субарике, смотрите. Выше, чем защита. Потрогайте. Оно же горячее, да? Есть даже пластик горячий. Так он лед весь растаял. Но попробуйте завести. Я посмотрю, сколько аккумуляторов хороший, да? Сейчас аккумулятор будем ставить. Не хочет. Не холодно он так будет? Ты тут давно живет? Ну, уже 2 года. Ну да. Я сосед хороший. Тут тоже красная где-то на минус. Надо не ошибиться. От чего-то от другого. Не местная вот эта вот штучка. А, да. От другой машины. Я потому что одну потеряла. Да. Таня, пошло. Надо спал две полки, надо уже заезжать. Можно ключик или он там? Да. Так, как бы сюда залезть бы только. Оп, откатились. Хорошо. Так, попробуем. Поехали. Педальку сразу дадим чуть-чуть на 10. Нажмите там кнопочку, пожалуйста, на этой. Там одна кнопочка кругленькая, маленькая, над лампочками.
вообще ноль эмоций. Походу свечи придется крутить. Придется свечи выкручивать. Как я и обещал вам. Но вообще не это. Ладно, поехали. Здесь, я так понял, их 8 штук. Хороший фит, правильный. Ну или ко мне лицом маленько. О, общую картинку. На меня? Отлично. Спасибо. На это грех вызывали? Долго ехали. Куда? В прошлый год, когда минус 40 был, правильно? Что будете на Новый год делать? Ничего. Пока не знаю, не планирую. Так, выкручиваем. Давно ничего не выкручивал уже ни у кого. Уже мастерство настолько большое, что все заводится без выкручивания. Но в данном случае ничего не получается. Может, вы нагрешили где-то? Не знаю, может быть. Вчера? Не исключено. А позавчера? Видите? Ну вот, внизу. Что, что с ней не так? Вы вообще их видели когда-нибудь? Ну да. А, когда меняли. Ну, кстати, они еще в хорошем состоянии. Денса К20Т. Ходу не заведем. Свечи-то сухие. Она даже сама соображает. Говорит, бензонасос? Молодец. Тебя похвалят зрители. Сразу сказала, что там бензонасос говорит. Ну да. Стартером. Я посмотрю, что происходит. Те свечки должны работать. Если бензин подается, значит оттуда будут вспышки. Секунд 5-6. Вспышки? Ну да, вспышки. Так, пока ничего не происходит, вспышек нету. А раньше были, а у меня нету. Значит, там нету топлива. А вы пока в машине погрейтесь. Там по бензонасосу постучу, чтобы контакт восстановить. Посадил девушку погреться. А то опять скажут, заморозил, девчонка. Ну, завелась, не напугалась, ничего. Тут же так страшно, разберитесь. Хорошо. Так, а тут не так все просто, с бензонасосом. Снимаем крышечку, вот эту вот. Вот отсюда. Ага. Вот он, на ГЕ5, ГЕ6. Это что такое? Это зубная нить, я понял. И вот он, бензонасос стоит. Ты на механике не умеешь ездить? Ну, немножечко умею, училась. А чё? Ну, отъедь назад туда чуть-чуть. Нет? Ой, нет, ладно, я давай на чужой я туда машине сам. Не буду. Сейчас провода кинем. Я нашел бензонасос, сейчас надо припоить. Если у тебя заглючила сигнашка, то она могла отключить подачу топлива. Вот так вот. Поэтому не заводится. Сейчас мы питание дадим. Еще раз закроем, откроем ее, как положено. С нормальным питанием, с хорошим аккумулятором. Может, она в себя придет, а может нет. И если нет, то СТО. Прекрасно. Ладно. Сейчас позанимаюсь бензонасосом, может, поможет. Так, так, так. Плохо, когда вот так, да? Пускач сел. Будем вешать провода. Там эта громкость, она это самое. Ее надо в сторону тянуть, чтобы тише сделать. Нормально. Оп.
Так, попробуем еще разок без стука, но с хорошим током, хотя мы это уже пробовали. Вообще ноль эмоций. Загадка, ребята, что бы это значило. Так, постучим по бензонасосу. Ну-ка. Нифига не помогает. Не помогает постучить. Не помогло постучать. Ё-моё. Наверное, сигнашка все-таки. Наверное, все-таки сигнашка, да? Бензонасос отпадает пока. Я по нему постучал, ничего не изменилось. То есть обычно, когда бензонасос не контачит, там или плохой контакт, по ним постучишь, контакт приходит, питание идет, он включается. Он находится под ручником сразу, там лючок такой есть, я его открывал, туда постучал. Ну так, на будущее, если кто будет искать, под ручником, под ручкой. Вот, вот этот лючок убираешь, вот он здесь находится. Вот это ручник, видишь? Там вот такая крышечка под ручником. Вот, вот. Так, сейчас попробуем ее правильно закрыть, открыть. Ну, поставить на сигнашку правильно. Мы сейчас аккумулятор подзарядили. Может, не хватало аккумулятора, чтобы он нормально встал на сигнашку. Здесь концевик. Концевик капота. Нету, что ли? А вот он. Поставьте, пожалуйста, на сигнализацию и снимите ее. Момент, все можно. То есть закрыть и открыть пару раз. Еще разок. Так, теперь попробуйте завести. То есть у нас сейчас питание с хорошим, с проводами. Что будет? Нифига. Нифига. Ну тут два варианта. Была же плюсовая после температуры, да, там? Вода в баке. Бензонасос замерз, вода замерзла, вода в бензобаке, такое бывает. Похолодало, она замерзла, и сейчас из-за этого не заводится. Сейчас попробую бак подогреть. Если это вода в баке, может, поможет. Так, снятие топливного бака на Honda Fit, где он находится-то? Вот тут ниши, ниши, ниши одни. Короче, занимаемся по полной этой Хондочкой. Что-то, честно говоря, перспективы не очень. Я уже много чего попробовал. Не идет топливо вообще, свечи сухие. У меня сигналка глючила ночью. Потому что аккумулятор сел. Может, что заблокировался. Надо, наверное, к сигнализаторчику. А, у нас передний привод. У нее бак посередине. Между сиденьями. А бензин у нее есть. Бензин как бы есть, но мало. Но есть. Блин, как это выключить? Эй, как ты выключаешься? Радио. Радио. Вот так, наверное. Нет. Да. О. Сучка, а? Вот так вот. Бак погрел, прикиньте. Завелась, видимо, вода в баке. Может, все заглохнуть. Вот так вот. Со своего аккума даже. Вот так вот, ребята. С Новым годом всех, кстати. Поздравляю, желаю счастья в личной жизни. Все, я ее завел. Да ладно. Серьезно? Улыбается.
Все не зря, значит. Реакция девушки. Спасибо. Я бак погорел. Видимо, вода все-таки в бензине была. Она замерзла, не давала бензонасосу засыпать бензин. Погрел бензобак, отогрелась. Вода, видимо, расплавилась, и он заработал. Сейчас поеду полный заправлять. И вам надо какое-то средство купить, чтобы залить бензобак, который удаляет влагу из бензина. Есть там заправка такое. Его просто прям... Да, прям вместе с бензином там прочитаете. Окей. Вот так вот. Спасибо. Счастливо.